Бывший губернатор Национального банка Молдовы Дарин Драгуцану и глава управления Нацбанка Ион Ропот были освобождены из изолятора и помещены под домашний арест. Решение принято апелляционной палатой Кишинева на основании ходатайств, поданных адвокатами. 30 марта суд Кишинева полностью удовлетворил ходатайство антикоррупционной прокуратуры о продлении меры пресечения с 30-дневным содержанием под стражей в отношении бывшего главы НБМ Дарина Драгуцану. В то же время суд также решил продлить ордер на арест на имя нынешнего главы управления Национального банка Иона Ропота. Напомним, дело, в котором фигурируют бывшие и нынешние руководители НБМ, связано с банковским мошенничеством 2014 года. Они обвиняются в мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах. Ущерб, причиненный государству, составляет несколько миллиардов леев. По некоторым данным, фигурантами данного дела являются около 40 человек. Никто из них не признает себя виновным.